Какие были ожидания от предстоящей жизни у выпускников Самарского художественного училища Петрова-Воткина, можно увидеть в галерее «Новое пространство». Здесь к 50-летию учреждения открылась выставка дипломных работ, собранных за полвека. Здесь можно посмотреть как раз на то, как менялся взгляд. Или, наоборот, оставался прежним. Вот ребят 20-летних, вступающих в жизнь. То есть интересует что? Семья, здоровье, жизнь, любовь, отношения с родителями, своими будущими детьми. То есть вот это начало жизни. Открытие выставки сопровождалось творческими подарками и поздравлениями. Почетную грамоту и благодарности Самарской губернской думы вручил председатель Геннадий Котельников. Такие учебные заведения быть должны, где учат не писать, а писать картины, понимаете? Это творчество, это особый вид деятельности. Я искренне поздравляю всех и сотрудников, и обучающихся. За полвека из училища выпустилось более 2000 художников, дизайнеров и художников-преподавателей. Они уже многого добились, но вместе уверены, что впереди еще больше. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События.